В ближайшее время региональное правительство объявит конкурс на разработку проектно-сметной документации на строительство комбината синтетического волокна. В текущем году на эти цели из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей. Хотя изначально предполагалось, что проект будет реализован исключительно на средства инвесторов. Однако выяснилось, что бизнесмены не рискуют вкладывать средства в проект без готовой документации. Губернатор принял решение, что Ивановский регион своим бюджетом начинает финансировать изготовление рабочего проекта. Ориентировочная стоимость рабочего проекта превышает 300 миллионов рублей. На сегодняшний день выделено 50, и с перспективой в случае позитивных позиций в бюджете дофинансировать до необходимой суммы. Правительство считает, что в данном случае цель оправдывает средства. С появлением комбината синтетического волокна экономика Ивановского региона получит мощный импульс для развития. В ближайшее время начнется прием заявок от проектных организаций. На конкурсе будет предложено подробное техническое задание, квалификационные требования к участникам и проект договора. Соответственно, те участники, которые в состоянии справиться с этими задачами, те участники, которые соответствуют по своей квалификации и готовы на условиях, предложенных в договоре, работы выполнять, они и будут подавать заявки. Ориентировочный срок изготовления проекта – около года. Договор с проектной организацией планируется заключить уже в сентябре. Правительство надеется, что сложные проектные работы выполнят в срок, и уже в следующем году можно будет перейти от слов к делу, то есть начать долгожданное строительство комбината синтетического волокна. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.